Итак, я начинаю свое путешествие через полуостров Таймыр к мысу Челюскина, к самой северной точке Евразии, России. Мне предстоит пройти около 800, наверное, километров. Путешествие состоит из трех этапов. Первый этап – это дойти до гор Быранга против течения по рекам. Будет немножко озер по пути, несколько волоков. Где-то 250 километров. Потом мне надо будет пересечь горы Быранга, около 200 километров. И дойти до реки Жданова, откуда уже сплав, третья часть путешествия, три сплава по трем речкам, связка из трех рек. Тоже около 300, наверное, километров. И в конце дойти всего 17 километров, там останется до мыса Челюскина после впадения последней речки в море. Карское море. Надеюсь пройти за полтора месяца, чисто ходовых дней. Но там как будет погода, не погода, посмотрим. Время пока есть, продуктов много. 12 июля. Папка с надписью «Таймыр» давно лежала у меня в столе, с картами отдельных районов, со статьями из журналов про овец и быков, которых люди заселили на суровые земли этого полуострова, про экспедицию на парусном катамаране на остров Бинета по следам барона Толля, что на шхуне «Заря» отправился на открытие новых земель и зимовал у берегов Таймыра. Я долго ломала голову над построением нитки маршрута. Начальной точкой маршрута я избрала устье реки Гусихи, что впадает в Хатынский залив в 30 километрах от поселка Сын-Доско или в 110 километрах от поселка Новорыбное. И вот 10 июля 2021 года я пришла в поселок Новорыбное на рейсовом судне «Таймыр». Погода на Таймыре суровая. Даже летом температура нечасто поднимается выше 10 градусов тепла. Здесь часто ветра. Комаров, скажи, много, прямо вообще рой. Да, сегодня вылет комаров, потому что наконец-то закончилась ветреная, сильно ветреная штормовая погода. И сегодня можно спокойно грести. Ну вот, на попутной лодке едут ребята за дровами. И я тоже с ними. Часть пути по Хатынскому заливу. Верхом на квадроцикле. Плавание по большой открытой акватории я не люблю. Чтобы чувствовать себя уверенно, тут нужна лодка, обладающая хорошими мореходными качествами. Каркасно-надувная байдарка с закрытой декой. Но она тяжелая, и я решила взять на маршрут свой старый добрый надувной пак-каяк. И до старта добираться на попутках. Вот. Помогли мне ребята заброситься вот сюда. С Новорыбного. Да, спасибо огромное. Угу. Провезли меня больше половины пути до входа в Гусиху, где я уже дальше буду подниматься на веслах. Показал ребятам, как надуло лодку, и они уже отчаливают, потому что начинается отлив. Люди уходят в тундру. Следующей точкой, где я гарантированно смогу встретить людей, будет лишь метеостанция на мысе Челюскин. Надо бы, конечно, отплывать, но очень хочется попить чайку после всей этой утомительной дороги. И тут есть возможность развести костер. Это ведь не везде здесь можно сделать. Только вот тут на побережье, где есть плавник. А дальше у меня будет только на газовой горелке буду готовить. А сейчас чаек. У меня столько сухарей и хлеба еще. Надо скорее есть, чтобы объем поменьше был. А то еле в лодку залезает. Так, надеюсь, сожгется. Горе-горе ясно. Щепочки.
Плавник хорошо горит. Комаров поменьше, дым отгонит. Давай, разгорайся, дорогой. О! О! Вот такое безлюдное побережье. Надо же, море Лаптевых, залив море Лаптевых. Обалдеть. И вот лодку кое-как вот загрузила. Сейчас много. Вот это вся еда, которая в этом мешке. Это на пеший переход на месяц. А сейчас мне еще 2 недели до этого пешего перехода грести и волоками идти. Ну, расскажу еще. И тундра. Вокруг тундра. Ну и, конечно, мой верный рюкзачок. Который тоже будет загружаться. Лодочку. Да, жители поселка Новорыбный. Сухая рыба, сушеная тут и красная. Сейчас быстренько перекусываю. Чаек и все, быстрее в путь. Ну, на самом деле, там вход. В реку лучше заходить по приливу. А сейчас отлив, так что нормально. Как раз часов за 5-6 дойду эти 25 километров и по приливу зайду в устье. Отлив. Это у меня погрузка пока только первой части груза. Сейчас надо будет нормально по лужицам поволочиться немножко. Вот туда. И туда уже принести вторую часть груза. А ничего. Вода чистая. Как мне не хотелось, но все-таки часть пути до старта мне придется идти по Хаттонскому заливу. Рассматривая его на космических снимках, я часто видела мелководье вдоль северного его берега, протяженные языки милей, уходящих далеко от суши. Что такое плавание по мелякам да ветер, я хорошо помнила по дельте реки Пиктемель на Чукотке, в Северном Ледовитом. Как шагала по щиколотку в воде в нескольких километрах от берега, тащила каяк за собой, а весло убегало от меня на песчаных отмелях, чуть выпустила его из руки, а каяк приподнимала и закручивала пропеллером. Нет, повторять такое не хотелось. И как же я обрадовалась, когда заранее мне удалось договориться с местным жителем о заброске к месту старта на моторке. И я распечатала карты на маршрут, начиная ровно от устья Гусихи, без Хаттонского залива в его начале. Но обстоятельства поменялись. Мне любое море, море по колено. Мне любые горы по плечу. Да, вдоль берега здесь тянутся меляки. Сейчас вот то сажусь на мель, то отхожу от нее. Вдалеке надо от берега держаться, чтобы не цепляться за дно. Мыс Поворотный, то ли этот мыс Поворотный, то ли все-таки вон еще вон там. Сейчас определюсь. У меня на этот участок даже карты нету. Подробный. Пока вроде еще отлив, я рискнула выйти на берег. Высокий мыс. О, красотища. Но мыс Поворотный, похоже, все-таки вон там впереди. Вот такой здесь берег. До сюда, наверное, доходит прибой. Вот плавник валяется. Меточки.
Вот он, береговой обрыв. Где теоретически могут вымываться кости всяких доисторических животных. Ну, мамонтов в том числе. С обрыва скатываются. Ну, все это очень мягкое. Лодочка моя меня ждет, все нормально. А рядом там камень большой. Весь берег в полярных маках. Пионеры песчаных откосов. Интересно, здесь вдоль берега такая взрытая песчаная полоса. А дальше понижение и тундра. Уже тундровая растительность. Вон там озерки. Интересный цветок растения. Даже не знаю, что это. Трава здесь. Трава выше, чем вот ива. Ивовый кустарник. Вот они, маленькие ивочки. Эх, дров, наверное, практически не будет. Вот еще какие-то. Ох. А вы знаете, меня очень радует. Вон те далекие-далекие горки на горизонте. Я сейчас не могу сказать, как они называются, но где-то мимо них я буду проходить. И у меня там, да, впереди будут возвышенности в болотной низменной части маршрута. Перед горами Баранга еще. Ну а вот и тригопункт, геодезический знак. Здесь вычислялись точные координаты этого места, когда составлялась карта без спутников раньше. Такое заметное место, приметное. Вот эта точка, которая измерялись координаты, которые прям под пунктом стоит. Вот моя лодочка. А все-таки, черт возьми, здорово. Чувствую себя первопроходцем, землепроходцем. Вообще, какие просторы здесь. Это просто фантастика. Вот только ради просторов уже можно сюда приезжать. Просто сердце просто поет. Я не знаю, вообще. Меня спрашивали, страшно, не страшно. Вот когда я здесь, мне уже ничего не страшно. Мне только замечательно. Вот так вот. Как хорошо, что я успела на полярное лето еще. Тундра! Здравствуй, тундра! Меляки. А мне любое море, море по колено, а мне любые горы по плечу. Миляк. Да, чувствую здесь себя немного неуютно. Надо бы прогребать скорее эти места. Но спешить совсем не хочется.
Удивительный свет солнечных лучей. Далекий тригопункт на мысе Поворотном, видимо. А ведь это, похоже, маяк на мысу. На этом берегу плавника навалом. Да, здесь под этим маяком прям склад целый. В этом складе дров ищу палочку. Вот одну нашла. Стойку для палатки. Одну-то я на весло ставлю. Но вот это вроде ничего, но может лучше найду сейчас. Пока не унесло лодку приливом. За мысом Поворотным обстановка изменилась. Здесь сразу началась волна, холодный ветер. Комары почти пропали, но может быть еще и потому, что сейчас ночь, холодно. До устья Гусихи уже не успеть, устала. Отлив. Пока поставила лагерь, поела. Уже стало совсем светло, 3:30 утра. Такой здесь берег. Много плавника, песок. Впереди уже виден тригопункт. Какой-то еще один. Много их тут. Вышек таких. Загружаюсь на приливе. Мои вчерашние следы. Здешние дни. Приливы, которые выносит. Вода пресная, на удивление. Из залива брала вчера. Берег такой вот весь в завалах плавника. Вот и маяк. Трига. Маяк отмечает мель. Здесь большой. Большая коса длинная уходит далеко в море. Сейчас на мель села. Вдали от берега. Да, мелкий здесь у берега залив Хатынгский. Хорошо, ветер попутный. На меляках волна играет. Но здесь уже небольшая, за мысом уже спряталась. Меньше ветер. Ну вот ветер изменился, подул с берега. Удаляться далеко теперь страшно. Вот то иду, тащу за собой лодку, то грибу, цепляя веслами дно. Но чтобы быстрее продвигаться вперед, удалиться от берега все-таки пришлось. Качаясь на волнах, до боли в глазах всматривалась я в плоское побережье, чтобы не пропустить вход в устье. Волна уже временами захлестывала в каяк, и в какой-то момент мне стало так страшно, что я решила выбираться к берегу. Шел отлив, и вода стремительно убегала от меня. Я просто бежала за отступающей водой и тащила за собой каяк, не жалея его шкуры. Нашла я себе приключение. Сильный ветер, меляки далеко-далеко в море заходят, там волна такая нехорошая. И потом не понимаю, может быть, уже это мой залив. Он оставил лодку там далеко. На меляк ее вытащила. И вот в одну ходку сейчас сходила к берегу, выложила часть вещей.
до берега не дошла. Тут, я не знаю, от лодки километра два, наверное. Да, вот такая здесь. Надо зарыв такой. Да, буду ждать прилива на берегу. Гиблое дело. Теперь дотащить лодку с одной гермой до остальных вещей. Много-много набрала на первое время сухарей. Рукой надо будет сокращать. Раз уже здесь начинаю таскаться. Все, до берега теперь дойти. С лодкой, с рюкзаком. Там буду смотреть ситуацию, сколько там осталось. До устья Гусихи совсем недалеко. До берега не дойти, засасывают ноги. Хотела мешок принести, пришлось бросить. Вернулась за лодкой. Последний рывок. Ох, сейчас буду от лишних вещей еды избавляться. Ёлки-палки, все. Надо же, кто бы мог подумать, какие тут будут у меня... Ой, ай, ай! Блин, это я чуть не упала, засасывает. Все, я спаслась на суше. Честно говоря, у меня такое впечатление, что, может быть, я в правильном месте выбросилась на берег, потому что он там протока, может быть, это как раз здесь Балахня и Гусиха, еще один приток несколькими руслами впадает. А это необитаемые острова в дельте этих рек. Чувствую себя потерпевшей кровотечение. Спасимся на суше. В чем-то действительно так, я не знаю, где я сейчас нахожусь. Ну, так, раз я бы не сделал, если это устье у день Гусихи, то я попал куда надо. Ой, сейчас буду отдыхать. Я вот это километра два, наверное, тащил, если не больше. По такой няше. Вот он, обрез моей карты. Я тут что-то от руки нарисовала. Посмотрела у Виталия Атласова. Карту, двушку. Тоже не очень подробную. Если я где-то сейчас здесь, это отлично. Дальше все будет нормально. Дальше уже карта есть. Да, вот здесь все меляки. Сплошные меляки здесь. Особенно в отлив. Похоже, да, вот тот дальний мыс, который я вижу, это вот здесь высокий мыс. Вон он там на горизонте. Похоже, он. Но хорошо, что дальше не уплыла. Вон там вот. Вон он. Очень похоже. Сейчас буду определяться. Хотела выйти на коренной берег, но вот тут вот его отделяет протока. Я надеюсь, вот сейчас иду разведываю, надеюсь, это одна из речек, которая имеет одну большую дельту совместную. Вот. Ледобка, Балахня и Гусиха, которая мне нужна. Если это Ледобка, вот эта вот первая река, все. Я сейчас перетащусь и пойду по ней. Ну, прилива дождусь, потому что она здесь... Прилив, может быть, да, побольше будет воды. Не, это какая-то тупиковая протока. Мелеет, уходит в сторону куда-то. Вышло солнышко. Осветило красоту вечернюю. Там вдали море. Хатовский залив. Я ищу речку, купаюсь вот такими красками, просто обалдеть, какие цвета. Но русло реки все не могу найти, не могу определиться, где я, без карты. Чемпионка мира по ориентированию. Кажется, я обнаружила речку. Вот тут за таким завалом плавника. Река, там где-то вдали ее устье. Видно, сюда большие шторма заносят по реке. В прилив она поднимается, заносит. Пробираюсь через эти буреломы. Большая речка.
далеко от нее, так что будет прилив. Надеюсь, смогу до нее полностью добраться по морю. Исследую и эту протоку, но она уходит куда-то слишком левее. Долго сверяю положение на местности с картой, в которую я еще не вошла. Здесь еще компас работает плохо, стрелка неустойчиво показывает направление сторон света. И все голое, плоское вокруг. Как тут ориентироваться? Меня вдруг одолевает сильнейшая усталость. Дальше в тундру идти нет сил. Нет силы идти обратно. Ложусь на землю какое-то время, закрываю глаза. Все, мне не дойти до мыса Челюскин. Я еле доплелась обратно до места моей вылазки с отмелей. Попутный мне ветер, и всю огромную отмель залило водой. Я думала, она не зальется. Нет, все отлично. Все-таки с приливом вечером я отправилась на поиски устья реки Гусихи. И вот, похоже, это она. Но мои надежды не оправдались. Устья не было, и снова начинался отлив. Что такое Таймыр? Это постоянный ветрюган практически. И полное отсутствие камней на побережье Хатынского залива. Приходится палатку заваливать деревяшками. Наконец-то я выспалась, и упаднические мысли отступили. Но пока я спала, пол палатки сорвало. Но несмотря на это, я продолжала спать. А потом вылезла и завалила палатку плавником понадёжнее. Хорошо, что еще пока не шел дождь. Комаров в такой ветер не бывает. Как говорится, жду у моря погоды, жду прилива. И даже не знаю, сколько еще до устья Гусихи мне идти. Ну, это палатка новая. Не проверена еще в боевых условиях. Страшно. Мое лежбище. Здесь песок, мокрая травка, бережье. На двух пенках вон по жилет под себя подстилаю. Водой ходить далеко. Да не, можно ручейки найти, но я буду. Заранее приготовила. Вон там островки показались, которых вчера, естественно, не было. Сейчас будет прилив, но по такому ветру не знаю, пойду ли я. Хорошая горелочка, можно медленно огонь делать. Варила. Так, готово. Испытываю горелку заднюю. Дождь идет полосами. Нет, сегодня не поплыву. Я очень хорошо прочувствовала, как тяжело ходить без карты. И на один кусок маршрута вначале у меня нет ближа карты, поэтому я решила сделать его вручную, на всякий случай. Мало ли, вдруг она замокнет как-нибудь под дождем. Так что копия не помешает. Жду, когда начнется прилив вечером. Думаю, еще ветер лучше, побольше. Много досталось, до Гусихи всего ничего. Я думаю, что я просто не дошла. Сутки уже здесь нахожусь, но пока... Пришила к палатке еще дополнительные растяжки, укрепила еще кое-что. Колышки заготовила, чтобы в тундре, если не будет, там не будет камней сначала, чтобы можно, и плавника не будет, чтобы растягивать. Ветер очень сильный и холодно, очень холодно. А ничего.
Даже под тентом ветер колышет пламя. Защищаю его стеклотканью. С приливом и попутным ветром я все-таки вышла с низких берегов. Вот прохожу мысы. Следующий пункт, возможно, уже будет моей. Ночь, но светло. Не удержалась, пришпилила лодочку и поднялась наверх. Хоть с возвышенности обозреть виды. Вот здесь хоть настоящая тундра на мысу высоком. Здесь, наверное, была линия на песцов. Ставили капканы. Ну и прям наконец-то луч света. И у меня появилась надежда, что дойду до Гусихи. Правда, впереди только низменный берег пока, но там уже проглядывается. Где-то там должно быть устье моих рек. Солнце. Да, однако еще идет прилив, слава богу, я еще смогу проплыть. Вот какую палку я сделала, чтобы закрепляться на этих низменных берегах. Все, отлично. Лодочка уже на плаву пока ходила? Нет еще. А все равно доплыву, возможно, до устья. Надо заходить туда с приливом. В случае чего еще переночую. О, солнышко, ой, какая радость. Двое суток непогоды пережидала. Когда здорово, что... Конечно, здорово, что я все-таки вышла этой ночью. Пол первого. Солнце еще высоко. 73 с лишним широта. Все. Начался отлив, а тут такой миляк, что идти невозможно. Залезла на тундровый холмик. Ой, буду сейчас ставить палатку. А вот что делается на море. Безветрие, потеплело. Это хорошо, что комары. Значит, тепло. Надеюсь, сейчас будет хороший прилив, ветер чуть-чуть с моря, с залива. Не будет отгонного ветра, сильного вообще ветра нет. Жду прилива. Тент уберу в последний момент. Моя палочка-выручалочка отмечает и уровень воды. Ну надо же, офигеть, кажется, я вошла в карту. Не, в этих протоках, в низинах. Вот, наконец-то залезла на маленькое возвышение. Под дождем шла, под дождем хоть ветра не было. Вот они, протоки, я на Гусихе наконец-то.
Вон туда зашла. Оттуда с Балахни пришла. Все, карта совпадает с местностью. Наконец-то это комары попали. Наконец-то я определилась. Вот она, моя река. И я вот на этом единственном маленьком возвышении среди всех этих просторов низменных. И вот впереди должен быть обрывистый берег 3 метра на Гусихе за поворотом. Сейчас, может, пойду гляну. Ну надо же, я уже 6 километров от моря, от залива. Ёлки-палки, а здесь еще прилив чувствуется. Я сейчас вот на мельки села опять или лодку вытащила. Не, повторить, как я тут по этим протокам петляла, как в лабиринте, туда-сюда, галсами ходила. Вылезала на какие-то небольшие возвышения, хоть как-то осматривалась. Не, ну это фантастика. Чтобы я еще раз на старт маршрута не взяла на всякий случай карту, больше такого не повторится. Но теперь все, я в карте. Теперь я знаю, где я. Теперь я на старте маршрута. Устье-Гусихи. Узенькая полосочка сухого берега, а дальше болото, тундра. С вечерним приливом я отправилась вверх по течению реки Гусихи. Она здесь внизу очень широкая еще. Но скоро вот за этим откосом, я думаю, там будет уже сужение. А то сейчас идти не очень легко. Хотя, конечно, прилив помогает. Речка сужается, берега уже ближе один от другого. И такая скорость у меня против течения, как будто я по течению гребу. Все, дальше уже будет прям уже и уже. И скоро будет хорошая камерная речка. Неужели? Ой. Какие глыбы тут откалываются. Потрогайте. Вот вечная мерзлота спучивает землю. Очень тонкий слой земли. Песок. А там внутри это линзы льда. Надо же, я-то думала песчаник. А это каменная глыба. Наконец-то пошли камешки. Будет мне чем палатку заваливать на ветрах. О, а я думала, это песок спрессованный. Интересно, интересно. Гуси спят. Прячутся тут. Слышит меня, видит. Это просто чудо. Вот так я их увидела первый раз. Я подумала, это бугры вспучивания. Копны какие-то, травы, земли, а это овцы, быки. Обалдеть, как мамонты все равно, да исторические животные. Сейчас я подплыву поближе, их рассмотрю как следует. Обалдеть. Прям местные бизоны прям. Обалдеть. Вот это да. Вот это да. Настоящие овцы-быки.
Их же везли. Ой, из Канады. В 73-м, по-моему, году. Всего ничего. Вот как они размножились. Где-то в 73-м году. В 73-м или в 76-м. Забыла. На речку Бекаду. Это к западу от озера Таймыр. Вернее, к востоку. До туда километров 200, наверное. Но они сейчас, наверное, по всему Таймыру. Знала, что их увижу, ну что вот так вот первый день только вошла в тундру. Чудо. Травку кушаю. 30 штук, всего 30 животных было завезено тогда с Канады. Ну вот сейчас уже целые стада. Целые стада. Этот балок я заприметила еще 3 километра назад, когда решила уже вставать на ночевку. Но смотрю, что-то блестит бинокль, глянула. Тогда я овцу быков увидела. И вот этот балок, ну долго-долго я к нему. Сейчас вот уже против встречного ветра подгребала. Ну что, берег здесь хороший, тундровые лужайки. 3 часа ночи, 4 часа гребла я от начала прилива. Но уже спать хотела последний час. Дико. И вот он, балок. Сейчас посмотрим, что там. Я, конечно, знала, что здесь где-то балок, но я думала, что он дальше, там, где поперечная река. А здесь он раньше оказался. Я сегодня не думала в нем ночевать. Посмотрим. Связки для сетки. Ну, кувалда это кувалда вообще-то. Да. Ну что, ой, так открой я. Пожалуй, так просто не открыть. Ладно, сейчас сниму. О, я чувствую, что-то холодно. +3 градуса. 3 часа, +3 градуса. И тут что-то притерто. Да, Таймыр это некий космос. Это космическое строение. Как в нем не переночевать? Это экзотика. Ой. Это здесь. А, ну это предбанник. О, тут даже уже прям заходишь, тепло. Ну, в принципе, мне местные говорили, что можно останавливаться. Посмотрим, что дальше. Ух ты. О. А что, очень даже ничего. Ой, очень даже неплохо. Ух ты. О, кровать готова для меня. Здесь можно расстелиться. Так. Ну что, для разнообразия можно переночевать. Печка вон. Только чем топить, интересно. Рукомойник. Можно непогоду пережидать, если что. Но сейчас, слава богу, погода. Так. Че тут у нас? А чем топить-то? Да ладно, а чем мне топить? Мне можно не топить. Тепло. Ничего себе, здесь такие прям ножи лежат. Легкие. Я в этой избе запас продуктов лишних оставлю. Мало ли что. Ну, держалась. Нашла щепочек, затопила щепочку, сразу стало так уютно. Ух. Щепочка горит. Ой, теплей. Она там устроилась сейчас. Спать. В избе я оставляю мешок с рисом, гречкой, сахаром и одну сушеную рыбину. Больше ждать погоды у моря не надо. 17 июля. Днем +17. На солнышке. Лето. Куропаточья травка цветет.
ковер. Итак, можно сказать, отсюда я начинаю свой маршрут через Таймыр к мысу Челюскин. До точки старта я добиралась 5 нелегких дней и ночей. 25 километров всего-то, казалось мне. Только потом я выяснила, что было 50.